Знания, изложенные в трудах Григория Гробового, носят прикладной характер, направленный на достижение вечной жизни каждым. Григорий Петрович Гробовой. Унифицированная система знания. Вечно жить должны все. Соответственно, знание о том, как жить вечно, необходимо освоить каждому. Для этого всюду нужно внедрить технологии вечной жизни. Создатель вечный образует вечное. Любое образование должно включить в себе знания, обеспечивающие вечную жизнь. Мы мыслим о вечном потому, что способны вечно жить. Воспринятые мысли о вечной жизни включают в себе технологию ее достижения. Григорий Петрович Гробовой. Учение Григория Гробового о Боге. Технология вечной жизни. 5.06.2015 год. Настоящее учебное пособие по курсу Гробового Григория Петровича «Технологии предупреждающего прогнозирования и безопасного развития» подготовлено для потенциального читателя без учета зависимости восприятия каждого человека от образовательного, социального и религиозного статуса. Сборник «Унифицированная система знаний» состоит из 12 лекций. Эти лекции объединены по своей сути идеи спасения человечества от катастроф мирового масштаба. Достижение спасения происходит через осознание человека фундаментальных законов мироздания. В лекциях новые понятия вводятся с учетом имеющегося уровня восприятия читателей и ассоциативной форме. Знания передаются на уровне познания духа, где речь идет первично о геометрии формы информации, предлагаемые в сборнике методы и технологии многократно опробированные, и по ним получены конкретные результаты, подтвержденные объективными методами контроля. Эти методы позволяют людям через свое сознание изменить события в своей жизни в созидательном направлении, в том числе и оздоравливаться на уровне духа. Это понятно любому, так как спасение касается всех. Успех зависит только от созидательности, устремленной и системного последовательного освоения предлагаемых знания в своей практике. Математика – это наука, где оперируется бесконечными рядами. Поэтому математики приближены к реальности. В этом материале размышления, методики и конкретная практика, но есть один из законов, по которому размышление – уже есть практика управления. Даже больше, чем нечто физическое. И цель одна. Есть проблема, и необходимо решать только ее. Мысль философского плана, концептуального, технологического плана должны быть прикладным до решения проблем полностью. Видео было создано Сигутас.